Ну, короче, разворачиваемся, да? Да. Здесь приехали мы на рыбалку. А ты что, уже снимаешь? Да, 17-11. Ходим, смотрим старые лунки. Либо это кто-то сегодня вообще маленьким буром. Ну, по вчерашним, например, да? Да, видно, что да, по вчерашнему, что видно. Просто пробито и а все. Это, видимо, они мелкого ловили. У меня-то он не пролезет такой. Килограммовый. Так, сейчас, ладно, будем смотреть. Будем смотреть. Где-то мы были примерно здесь же в прошлый раз. Но народ, сейчас мы шли как бы под камыш. Много народу. Все бурились практически под камыш. Здесь он непонятные следы. То ли рыба, то ли прикормка здесь была в таких количествах. Сейчас лунку засветил, ротанов спиток я увидел. Твердо. Голов много, давленных много. Где вот мы с Александром были, пока не могу найти три наших лунки. Снегом придуло. Ты уже ловить, да, будешь? Так, ладно, я сейчас пробурю себе. Сделаю я себе хитрую прикормку и буду пробовать. Ну, как-то вот так. Эх, в общем, сел я здесь. И вот у меня баночка суперкорма. А, вонища. Ох, и не жалко. А? В машине им воняло. Не знаю, все, все возможно. А что, в машине воняло, да? Ты стеснялся спросить. Сейчас дам понюхать, не знаю, и мне им скажешь. Сейчас я, так, две лунки или три сейчас я им закормлю, попробую. Этот уже ловит и ловит, сегодня мы вдвоем с Сергеем. Вот уже поймал. Вот только ее надо погреть, наверное. Давай. Она тоже задубовая. Да, вот здесь вот маленько мотануть, а то как-то они так наискось есть. Я-то таких, наверное, даже не знаю и не увижу, поди. Поймал, да? Ага. Так, пошел я свои лунки искать. А, ну-ка, на этим не этим пахнет-то. Не... Ага. Этим, да, пахло? Да. Это супер корм. Секретов пока не буду рассказывать. Проверим результат сначала. Так, вот он, я шел. 22 шага на север. О! Ох, и жестокий Михаил Васильевич по отношению к рыбе. Так. Блин, точно по старой вроде угадал какой-то лунки. Да? Что-то полубоком тут как-то засверлилось. А? Одна мелочь. Да хорошо, котлеты вкусные будут. А, ты что-то тех съел уже? Да. Все, сегодня доел. Ребенок тоже ест? Да, сказала, вкусные. Вкусные, сказала, папа, ротаны, едь еще. А на рыбалку не просит? Да пока рано. Но если тепло еще будет, то потом возьму. Ночью-то ей спать надо. Так, и блин, где же я еще бурился? На юг, 15 шагов, на юг еще, вот он. Буду пробовать в действии свое изобретение кулинарные способности. Может, канал по кулинарии открою. Четвертый. Еще два канала открою. И четвертый по кулинарии, наверное.
хитрая приманка называется будет. А не расскажу, это секрет. Они пока у меня в этом, в проекте. Так, ну ладно. Сейчас буду ловить. Да, Сергей, рыбачить я, наверное, не сяду. Только пришел. Я этот... Так, что, давай вот за рот цепляй. Цепил? Да. 305. 305 грамм. Ну, так, все, больше пока, если не поймаешь, больше меня не зови, я пошел рыбу ловить. Ладно, давай. Теперь, в общем, следующее взвешивание. Больше 305 грамм надо ротана поймать. А он все мелкий, мелкий у меня. Вот у меня сейчас будут огромные. Огромные просто. Огромная рыба. Ну все, в общем, делаем дело. Это... Пошло ко дну. Нет, нифига не пошло. Должно пойти. Сейчас мы вот так вот. Пока плавает сверху. Ну ладно. Ловить сейчас будем. Также моя блесенка. Ловить, ловить. Эх, не вижу ничего. Так, все, процесс пошел. Не хотит клевать, блядь. А все, они ко мне пошли, они унюхали этот супер приманку. Я раз, говоришь, в машине даже пахло закрытого ящика из закрытой баночки. Ну, что-то это, перестало что-то клевать. Вообще, как отрезало. А всех поймал, наверное, что было. Сейчас я тоже малышей выловлю. Большой, чтобы подошел. Так, а время-то я сегодня не говорил сколько. Сегодня раньше гораздо. Сегодня мы приехали с учетом того, чтобы успеть много рыбы поймать. Время 18:32. Много и большой. Непонятно. Что-то я трех поймал, а у меня тоже тишина была. Ладно, вот сюда. Все, кончилась рыба. Этот... Ну, что-то легкая сегодня не тонет. А? Да легкая, которая в прошлый раз мы топили с Сашкой, шабала привязана. Ну? Утонуть не может сегодня. То ли шабала стала легче, то ли легкого стало больше. Я шабалу, нахуй, представляешь, на нашем озере в прошлый раз рыбачил, ходил.
забыл, нахуй, представляешь? Ее на кто-то нашел, да? Сосед, нахуй, пошел, говорит, на озеро, говорит, Серега, пошел, говорит, Серега, твоя же была, я говорю, конечно, говорю, моя, блядь. Так, ну ладно, в общем, процесс понятен, ловим рыбу. Пока отключимся. Время 21:42, рыба не клюет. Палатка у меня по озеру летает. Замаялись мы ее ловить и на место ставить. У Сергея тоже рыба не клюет. Здесь вообще рыбы нет. Да? Все, давай полчаса поди еще половим. И я вроде тоже нарыбачился. Серега все, рыбу уже давит. Сказал, не надо она ему. Да. Да, сегодня не наш день, нахуй. Но. Я где сидел-то вообще, рыбу ловил? У меня палатка полетела, пришлось убегать. Из трех лунок у меня, в общем, только вот на этой. Только 6 или 7 я поймал. И все. И вся рыба. Всего 4 десятка. За уже почти 4 часа рыбалки. В общем, время 21:45. Все, я мормышку я оторвал. Вообще день не задался. Вот так вот осталось еще сделать. Все. Здоровый клюнул на килограмм и более. Потому что по-любому огромный. Ах, сейчас я его тройником. Этот у меня на 3 килограмма должен выдержать. Сейчас, если я ему сильно больно не сделал, я его поймаю. Все, не уедем, пока я не поймаю. Полчаса я говорил, теперь придется столько времени, сколько потребуется. Со светящейся мормышкой найти его. Иначе как, с чем я на карася поеду? Ну все, вот так вот. Прямо он передо льдом порвался. Не выдержала. Леска. Время 21:57. Вот такого вот, в общем, я поймал. Нету внутри моей мормышки. Значит, тот еще был больше. Сейчас я это взвешаю. Вот так вот. Грамм тоже, наверное, 300 с небольшим. Хоть что-то. Триста шестьдесят вроде. Ага, 360. Как у тебя в прошлый раз? В общем, ловлю. Сейчас там еще крупнее должен быть. Батарейки какие-то. Так, а что время-то у нас? Время у нас 22:27. Закончили мы рыбалку. 57 штук у меня. Или 59, сколько я сказал. Ну, короче, меньше 60. Эх, сейчас взвешаем. И килограмма 500. Так, не вижу, видно, не видно. 3 килограмма 595 грамм. Ну-ка, давай. Килограмма 2.
Фея у Сергея. Так, не вижу я кверху задом все. 2,175. Поменьше, чем в прошлый раз. 3 раза, да, или 4? У меня в прошлый раз 8 с чем-то килограмм было. Ладно, вот такая рыбалка.